22 декабря в результате пожара в строящемся четвертом шахтном стволе 3-го Соликамска родоуправления погибло 9 человек. По данному факту было заведено уголовное дело и задержаны 5 сотрудников башкирской строительной компании УС-30, которая выполняла строительные работы. Максим Канищев, начальник участка номер 5 объекта шахтостроительного комплекса. Андрей Купряшкин и Игорь Чукаев, горные мастера. Андрей Артюхин, начальник объекта шахтостроительного комплекса. Святослав Седов, инженер по охране труда компании УС-30, были взяты под стражу на срок до 22 апреля. На этой неделе суд решал вопрос о продлении содержания под стражей всех подозреваемых. В конечном итоге все фигуранты дела проведут в СИЗО еще 2 месяца. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшая смерть 2 и более человек».